Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Лев. В этом видео хочу пожелать всем хорошего Нового года! В канун Рождества, Нового года вышел в лес на прогулку. В общем-то, только сейчас открываю лыжный сезон. Ну и пользуясь случаем, пока еще не стемнело. У нас в это время года в Удмуртии достаточно быстро темнеет. Несмотря на то, что сейчас всего лишь 3 часа дня доходит, но уже смеркается. Так что, если видео получится немножко темнее, чем обычно, в этом и причина. Значит, этот год был очень интересным. Я в двух бизнес-направлениях поучаствовал. Одно по более-менее традиционным таким товарам, как парфюм, там, витамины и так далее. А вторую половину года все-таки больше криптовалютам надо отнести. Да и вообще этот год можно его, в принципе, назвать годом криптовалют. 2017 год. Каким будет грядущий 2018, мы, конечно же, можем только предполагать. В следующем году, в следующем декабре, возможно, такое же отчетное видео буду снимать. И там уже можно будет подводить итоги. Сейчас пока не ясно. Но тоже вроде как ожидается, что с криптовалютами все будет достаточно интересно. Ну и опять же выборы. То есть выборы в России — это очередная отправная точка. Хотя я в предыдущих своих видео уже делился мыслями на тему того, что 5 раз подряд там, чтоб один человек срок мотал президентский, это как бы, ну это перебор. Конечно, то есть надо уступать дорогу уже перспективным молодым ребятам, у которых достаточно энергии, чтобы что-то менять к лучшему в нашей стране. Ну да ладно, как будет, так будет. В конце концов, за это отвечает большая часть населения, потому что все пойдут на выборы, ну все или большая часть людей, надеюсь, статистика не обманывает, и отдадут свои голоса. Конечно, хотелось бы, чтобы все это было максимально демократично и честно. Хочется верить. Вот. Ну и в принципе из пожеланий, наверное, самое традиционное. Следите за здоровьем. Здоровья вам. Старайтесь делать те вещи, которые вас радуют. Будьте счастливы. Будьте активными. То есть что-то придумывайте и старайтесь реализовать на практике эти придумки. В этом наша жизнь заключается, в общем-то, это творческая ее составляющая. Потому что все наши идеи, они, когда реализуются, очень приятно. То есть это моральное удовлетворение от этого получаешь. Поэтому действуйте. Ну и, конечно же, жить в мире с окружением, с друзьями, с обществом. Это тоже очень важно, поэтому уважайте друг друга, уважайте интересы других людей, и будет мир у нас в стране и на всей планете. Мира вам, люди добрые. Спасибо за внимание. Еще раз с наступающим Новым годом вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, если оно вам понравилось. С вами был Лев. Всего доброго.